Привет, мои любимые. Гуляю с Харитой. Подруга пошла к маме. Холодно. Замерзла вообще. Холодина. Хорочка, пошли. Пойдем, солнышко. Как она рвалась за Юлькой идти к маме. И лаяла. И не знаю чего. Вообще жесть. Ну что, сходила я. Меня оформили с завтрашнего числа на работу. Но сейчас еще надо, чтобы проверила СБ. Ну там безопасность. Иди сюда. Иди сюда. Типа, что я могу работать в охране. Что у меня нет никаких... Ой, как скользко. Ну там, что я не террорист или какой-то нарушитель закона, что у меня нет судимостей и так далее, и так далее. Вот. Ой, надо хоть поздороваться. Привет, мои любимые. Все у меня. Все документы взяли, и реквизиты, и не знаю чего, и проговорили мне график, сказали, какой вам удобно. Хотите 5 через 2, хотите 2 через 2. Нам, в принципе, хоть через 2 дня у нас будет кто-то охранять магазин. Это уже очень хорошо. Вот. Ну, там рассказала мне, когда основной поток людей и так далее. Хурита, пошли. Ну, не знаю, приятная очень директор магазина. И коллектив вроде так хороший. Не знаю. Хотя за такое короткое время кто может сказать. В общем, поживем, увидим. Не знаю, что там СБ. Может, ну это безопасность будет проверять. Может, меня еще и не допустят. Так что, в общем, мою от меня никуда не денется. А если не мое, так не стоит и это самое. Касса. Вот. В общем, не обольщаемся, а просто наблюдаем, что ж будет дальше. Меня вообще могут не пропустить, если честно, потому что, как я вам говорила, у меня есть задолженность, когда была эта пандемия, я брала, короче, деньги, и у меня есть задолженности в этом в Сбербанке, поэтому я не пользуюсь Сберкартой, она у меня за... блокированные приставы проверили, что у меня, короче, нечего брать, что у меня нет ни этого самого. Что там облизываешь? Нельзя. Ну, что у меня нет ни недвижимости, ни какой-то этой самой, так и все. Потом, в общем, пооткрывали мне все эти карты, но я Сбером не пользуюсь. И, естественно, они это увидят. Если не допустят, так не допустят. А если допустят, если для них это не сумма 100 тысяч, то значит допустят. Так что вот так вот, мои любимые. Делюсь с вами абсолютно всем. Ну, тут тоже, смотрите, какая кормушечка. Из баночки сделали. А тут вон целые какие-то эти повыкидывали. Сейчас пойду посмотрю. Так. Что это такое? Прям какой-то шифонер выкинули. Или тут такой диван. Не знаю. В общем, у них тут целый склад. Елочка. Красивая. Хурита, не тяни. Сколько можешь тянуть меня?
что она упала. Жесть. Она меня, главное, запутывает, а потом сильно-сильно тянет. Сейчас тянула. Я, в общем, шла с этой, с работы. И она меня увидела, с Юлькой шла к маме. Она меня увидела и как ко мне дернула. И порвала Юльке куртку. Ее любимую, единственную. Не знаю, может, сейчас ей там мама подштопает. Короче, Юлька пошла, говорит, на, забери ее, чтобы я ее не убила. Короче, одни эти самые отхориты. Она как наш учитель, который нам подкидывает испытания, чтобы мы росли. Как же она тянется, раз. Я упаду. А я ходила в ботинках своих черных. Помните, с Питера, мои любимые? В них так тепло. Вообще класс. Вообще, как она тянет, как будто овчарка какая-то. Не устоять на ногах, а еще скользко немножко. Хочется ей врезать. Моя лавочка. Стой! Стой! Стой, сказала. Вот. И говорит, если 5 через 2, то часы работы с 8 до 5. Говорит, ну как, если основной поток именно где-то с 4 до 7 или еще что-то, основной поток людей. Я говорю, так можно же это все передвинуть. Не с 8 приходить на работу, а, например, с 11. И работать не до 5. Например, до 8, на 3 часа сдвинуть. Она говорит, ой, какая хорошая идея. Платят, короче, 130, по-моему, 5 рублей. Заходи. Иди сюда, стой, стой. Еще ножки вытирать. 135, по-моему, рублей в час платят. Вот, она говорит, у вас часовая оплата. Стой, куда ты пошла? Еще ноги не вытерла. Иди сюда. Иди сюда, скажу. Иди сюда. Иди сюда. Ко мне. Я что тебе тут? Бесплатная уборщица. Стой, ножки вытерем. Стой. Фу. Устала, Алла. Где твоя тряпочка? Давай ножки. Хорита! Хорита! Давай ножки, дай лапку. Молодец. Молодец, девочка. Давай вытрем. Они у тебя не грязные после снежка. Но все равно просто мокрые. Ты ко мне сейчас на кровать запрыгнешь. Дай лапку. Другую! Другую! Да, другую. Молодец. Какие у тебя ножки холодные. Хорита. Сисечки горячие. Так. Боже, где мои такие слуги, чтобы мне ножки вытирали? Хозяин сказал вас протереть. Все, вытерла. Ох и хорита. Ох и хорита. Какая ты дурында. Давай расстегну тебя. Этот... поводочек, чтобы ты отдыхала дома, мое солнышко. Стой. Стой, девочка, моя красавица, моя умница, умница, хорочка, послушная. Дай лапку, дай лапку, дай лапку, хора, дай лапку, дай лапку. Так нехотя, на, отвали. Вот
птичечка золотая, любимая девочка. Ой, ладно, идем дальше. Куча дел. Фу. И вся планета распахнулась для меня. И вся... Сейчас ручки помою. Умница. Это... Что-то странно как-то я помыла. Руки начала ботинки снимать. Хора, где мой тапок? Хора! Унесла туда, зараза. Принеси мой тапочек, принеси, где мой тапочек? И киноружку взяла. Вот зараза. Она все время ее берет. И не знаю, что с ней творит. Зараза. Взяла кенгурушку? Нельзя! Нельзя кенгурушку брать! Нельзя! 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 Я ее спрятала сюда, наверх. А она запрыгнула и ее забрала. Вот, свалила тазик. Я ее сюда так ложила, в тазик, чтобы она ее не брала. Представляете, она запрыгнула, скинула тазик и кенгурушку утащила. И тапки мои. Он уже на кровать залезла. Хамло. Ладно. Пойду заниматься делами. А, главное же, мой чаёк меня там дождался. Дождался? Дождался, молодец. Тут горяченький, тут холодный. О, у меня перышко. Видите? У нас счастье. Счастье есть. Его не может не быть. Так, загадываем желание. Загадала. Все, сбудется. Люблю вас, мои хорошие. Всем прекрасного четверга. Не забудьте поздравить Виктора, Федора и еще кого-то. Красота. Спасибо, что вы есть.